Всем доброе утро. Всем доброе утро. Непонятно мне, сколько время сейчас, потому что на компьютере 9:00, на телефоне 10:00. Непонятно. Как это может быть? Наверное, мой компьютер еще идет по киевскому времени, а я нахожусь по московскому. То есть сколько сейчас время, мне непонятно. Наверное, сейчас кто-то мне подскажет, сколько сейчас время. В какой части мира? Давайте, кто где находится? Доброе утро. Кто где находится? Сколько у вас время? 10:02. Макар. Отлично. Доброе. Эйтан Левибердер. Сколько у Эйтана время? Интересно. У Эйтана, наверное, сколько сейчас время? Кто скажет? В Москве 10 утра. Отлично. Все, значит, я в Москве, у меня 10 утра. А в остальных, то есть мы идем по месту нахождения. По месту нахождения. Итак, я приехал в Москву на работу, провожу здесь тренинг «Профессиональный оратор». «Профессиональный оратор» — это один из моих самых таких любимых тренингов, больше 10 лет я его провожу. И, значит, поэтому я сейчас очень собрано, коротко, профессионально расскажу сегодняшнюю мишну, которую мы сегодня изучаем, и иду на работу. Значит, сразу я без предисловий иду, да, так прям собираются все равно увидят. То есть, когда собираются, и все равно увидят. Кстати, ну давайте небольшое предисловие. Мы находимся сейчас, была недельная глава Берешит, начало, то есть начало нового цикла изучения Торы, чтения Торы. То есть мы закончили год, и сейчас начался новый год, новый цикл. Прошел Шаббат, слава Богу, вообще мне очень говорят, что как Шаббат проведешь, так пойдет весь год. И я этот шаббат хорошо так учил Тору. Все, значит, будем весь год с Божьей помощью учить Тору. Значит, и мы сейчас ходим в осеннюю пору, такую осенняя пора, начало нового цикла, такая рутина. Рутина, опять вкладываешь, работаешь, 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 потом оп, и будем собирать урожай весной, потом осенью, ну и так далее. Во всех планах, духовном, материальном и так далее. Значит, сегодня у нас Мишна Пиркей Авот как раз о том, как люди учатся. 5 глава, 14 Мишна, она говорит о том, как люди изучают Тору. Значит, говорится так. Арба мидот баолхей бета мидраш. Есть четыре качества у тех, кто ходят в дом учения. Вот у нас такой виртуальный дом учения, да? То есть мы создали Ваикру. Ваикра – это виртуальный дом учения, в котором мы изучаем Тору. И есть преподаватели Торы, те, которые делятся. Я с радостью сейчас смотрю, что такие у нас прекрасные уроки, трансляции. Слава Богу вообще, что появляется уже столько хороших, классных преподавателей, которые благодаря нашему порталу, они получили возможность делиться своими знаниями, делиться своими идеями и делиться Торой. И это отлично, да, то есть, что раньше были возможности только у самых, там, у некоторых делиться, а сейчас есть практически вот у всех. Это очень хорошо. И, значит, и есть те, которые изучают Тору, да, есть люди, которые в первую очередь, еще раз хочу сказать и подчеркнуть, значит, Тора – это система, которую Бог дал еврейскому народу на горе Синай через Моисея. Моше Рабейну, это было где-то, это было 3300 там с чем-то лет назад, и еврейский народ, Бог назначил народ священников, рабы у Бога, народ священников, то есть еврейский народ на работе, и они обязаны, евреи обязаны, конкретно обязаны соблюдать все заповеди, учить Тору, просто обязаны, это нет вопроса делать, не делать и так далее. Теперь всему миру Бог сообщил тоже Тору, но эта Тора была сообщена через Ноаха. Ноах после потопа получил, значит, от Бога 7 заповедей для всего человечества. И, значит, все человечество, это называется Бней Ноах, сыновья Ноаха. Есть 7 главных заповедей, которые получил Ноах после потопа, чтобы больше не было потопа. А потом получил еврейский народ, как народ священников, получил 613 заповедей. И, значит, ну и так далее, и так далее. Поэтому нужно понимать, что Тору мы учим не просто так, в плане любознательность, вот может быть, там интересно и так далее. То есть Тору нужно изучать и выполнять. И как раз наша сегодняшняя мишна о том, что есть 4 качества у тех, кто ходит в дом учения. Первое качество – олех в эносе. Он приходит и не делает.
Он приходит и не делает. То есть он изучает, но как бы делать. Вот я недавно общался с одним человеком. Он такой еврей, значит, такой лет 50 ему, да. И он в какой-то момент, 50 лет, он сделал обрезание, и он верит в Бога. И он верит в Бога, но он говорит, вот я как бы не могу изменить свою жизнь, я не могу начать соблюдать, я не могу. То есть, как бы, и он сам же понимает, что все его не могу, это иллюзия. Потому что, когда он сделал обрезание в 50 лет, у него сломался бизнес, ну, его как бы привычный уклад жизни разрушился. И в этот момент он, оп, нужно было за что-то зацепиться. Он пошел в синагогу, сделал обрезание и так далее. То есть человек, он все может, но ему удобно сказать «я не могу» и двигаться по инерции. И вот он говорит, вот я понимаю, что Тора, понимаю, что Шаббат, понимаю, что праздники, все понимаю, а не могу. Понятно, да? Он как раз относится к тем, кто идет и не делает. То есть но нельзя сказать, что он совсем не делает, он что-то делает. Значит, написано, что у него есть схар алиха беядо, у него есть награда за то, что он идет в его руке. То есть здесь есть здесь как бы смысл жизни человека. Да? Если смысл жизни в этом мире, то даже в этом мире, если человек по этому миру идет, двигается и хочет, чтобы ему с неба везло, он должен с Богом быть в хороших отношениях. Теперь, если он просто ходит и узнает, вот как некоторые приходят на уроки и, ну, послушали, интересно, там, и скажут, что-то рассказывают, но не делают, уже отлично. То, что вы приходите, это великолепно. Написано, что награда за то, что пришел, у него есть. То есть ты слушаешь в этот момент, ты как бы уже твое намерение, то, что ты слушаешь про Бога, про Тору, про духовность, оно уже показывает, что у тебя внутри есть вот эта вот душа, она коннектится с Богом. То есть у человека внутри есть душа. Душа это вот этот божественный луч, да, такой, ну, как бы божественное проявление. И когда ты приходишь и изучаешь Тору, то это уже как бы ты усиливаешь эту свою внутреннюю связь с Богом. Теперь, но есть только награда за то, что приходишь. То есть эта награда минимальная. Теперь есть тот, кто делает, но не ходит учиться. Схарма асебеду. Есть люди, которые выполняют заповеди. Вот есть таких несколько у меня знакомых людей, которые приходят, выполняют все ритуалы в синагоге, но вообще не понимают, что они делают. Вот просто, вот он пришел, например, ему сказали там, то сделай, сделал, то сделай, сделал. Молитву он читает, есть люди, читают молитву, есть транслитерация русскими буквами с иврита, то есть вообще ничего не понятно. Ну, то есть, вот он читает русскими буквами молитву, которая на иврите, а он иврита не знает. И он читает, читает, все делает. Что это значит? Написано, что у него есть награда за действия есть, но он же ничего не понимает. Ну, то есть, как бы это настолько он, можно сказать, себя обкрадывает. Теперь есть третий вариант. Он и идет в бет-мидраш, то есть он учится в доме учения, он постигает, он хочет понять. Есть люди, которые глубоко хотят понять, и они начинают изучать там каббала, сферот, вот такие уже духовные абстрактные вещи. Значит, есть люди, которые изучают так, то есть у них и делают, у них есть награда и за то, что они изучают, и за то, что они делают. И есть четвертая стадия, это не делает и не ходит учиться, это злодеи. Это злодеи, это те люди, которые думают, что они знают. То есть они думают, что они знают, вот они живут в какой-то концепции. Например, есть там Курпатов такой, да, психолог. Он себе придумал концепцию, что все материалистично, Бога нет, все случайно, и он живет в этой концепции. То есть все, кто люди, обезьяны, кто Курпатов, обезьяна, кто, это он так думает, то есть это его концепция. И даже умный человек, который в деталях умный, глобально он может очень сильно ошибаться. То есть он может глобально в общей системе очень сильно ошибаться. И в этом случае Тора говорит, что он злодей. Он злодей, то есть его функционал в этом мире – это зло. Потому что Бог – это добро по определению. Бог – создатель мира, творец мира – это добро. Значит, Бог установил мироздание и сказал, что вот это добро, делай добро, зло не делай. Бог установил границы между добром и злом и объяснил, что есть добро, что есть зло.
То есть он как бы в этом мире установил вот эти вот полюса. И дальше задача человека в этом мире – это, изучая волю Бога, ее выполнять. И как раз вот первая недельная глава рассказывала, как это все началось, когда Бог создал первого человека, Адам решен. Вот был только один человек. Как он его создал? Значит, когда мы говорим слово «Бог», надо еще раз понимать, что слово «Бог» – это три буквы – Б-О-Г. И каждый, когда произносит слово «Бог», слышит слово «Бог», он себе представляет что-то свое. И надо понять, что Бога нельзя ни представить, ни постигнуть, ни понять. Потому что как можно понять Творца мироздания? Если вас спросят, или кто-то начнет рассуждать про Бога, запомните, пожалуйста, есть очень простая история, которая показывает вот, непостижимость Всевышнего. Есть такая история, когда Раби Акива, он жил около 2000 лет назад, он жил в Израиле, и тогда римляне захватили Израиль, и один римлянин такой очень высокого уровня, да, там, наместник такой, да, он вот и есть у меня типа, чтобы некоторые спрашивали, где моя типа, вот она, видите, у меня красивая, сейчас, вот она, ровненькая типа. Так вот, значит, один римлянин спросил Раби Акиву, говорит, послушай, говорит, вы все время говорите про какого-то Бога, но что Бог, Творец, Создатель мира, создал мироздание, вы кому-то молитесь. Кто он? Покажи мне его. Вот если бы я его увидел, я бы в него поверил. Раби Акива ему говорит, вообще не вопрос. Все, давай, завтра встречаемся в полдень, и я тебе покажу Бога, конкретно покажу тебе Бога. Значит, хорошо, встречаются они в полдень. Израиль, полдень, август месяц. Прямо реально солнце просто светит вообще полдень, ну прям плюс 50. И Раби Акива ему говорит римлянину, смотри, говорит, в центр солнца. Смотри в центр солнца, и через 15 минут ты увидишь Бога. Римлянин говорит, секундочку, я не могу смотреть не то, что 15 минут. Я на солнце вообще глаза открыть не могу. У меня, ну просто это невозможно. Как же я могу 15 минут смотреть в центр солнца, чтобы увидеть Бога? Раби Акива ему говорит, вот теперь услышь себя. Если ты даже на солнце не можешь смотреть 15 минут, ты на солнце посмотреть не можешь. Бог, который создал вселенную, мироздание, то есть который все мироздание, оно существует просто потому, что у Бога появилась какая-то идея. Бога нельзя постигнуть. То есть Бог для нас абсолютно непостижим. Он абсолютно не... Мы знаем о том, что раз есть творение, значит есть Творец. Раз есть создание, значит, есть создатель. Раз есть вот такая вот сложная система, в которой мы все живем и пытаемся понять ее, значит, есть тот, кто ее создал. То есть не может появиться вот такой вот человек, там, который размышляет, думает, говорит просто из ниоткуда. Покажите мне собаку, которая научилась говорить. Где эта эволюция? Это бред. Как может быть, что обезьяна вдруг стала человеком, а потом все промежуточные звенья умерли? Это просто... Теория, ну, просто была попытка Дарвина как-то что-то объяснить, ну и все, не более того. Поэтому еще раз, когда мы говорим слово «Бог», «Бог непостижим», но мы знаем, что Бог сотворил мироздание. Теперь вот эта вот недельная глава, глава Брешит, в которой мы находимся, она очень принципиальна, она показывает сущность зарождения человека и все процессы, которые в мире происходят. И там есть, начинается с трех персонажей, есть... Персонаж – это Адам Ришон, первый человек. Есть персонаж Хава, это его жена, женщина. То есть есть мужчина, есть женщина. Это два главных типажа, два главных персонажа всего мироздания – мужчина и женщина. То есть Бог специально так их создал – мужчина и женщина, два типажа. Потом появляется змей. Змей – это третий типаж, это то, что совращает человека. Это то, что называется «злое начало». Сатан и так далее, обратная сторона. И Бог, так как Он сделал большую награду, вечность, вечная жизнь, там вечный кайф, то Он сделал для того, чтобы была равновесная система, вот это зло, для того, чтобы зло победить. Понятно, да? Это все Бог специально так сделал. И дальше очень интересная история. У первого человека было два сына, Каин и Эвель. И Каин убил Эвеля. Это просто, вдумайтесь, вот сущность человечества. С самого начала Бог создал человека и сказал ему, одну он ему сказал заповедь, от дерева познания добра и зла не ешь. То есть ты не имеешь права менять местами добро и зло. Я Бог, я установил порядок,
Добро и зло – это моя прерогатива, я так назвал, значит, так и будет. Понял? Человек говорит, все понял, отлично. Женщина, она, значит, появляется женщина и появляется змей. Буквально это все продолжалось за один день. В один день змей совращает женщину, женщина, она совращает мужчину, ну не совращает, она его заставляет съесть от этого дерева, и человек, он Богу говорит, это говорит, я же не виноват, это она женщина, которую ты мне дал, жена, которую ты мне дал, она мне сказала съесть, и я ел. Женщина говорит, я вообще не виноват, это змей. Понятная идея, да? То есть вся сущность человеческих отношений в этой истории. А змей из-за чего это все сделал? Из-за зависти к человеку. Дальше у них рождаются дети. Представьте, два сына, Каин и Эвель. Каин – земледелец. Ему принадлежит вся земля. Эвель – пастух. Ему принадлежат овцы там и так далее. И между ними идеологический спор. Что важнее? Каин говорит, важнее этот мир. Все создано для того, чтобы человек в этом мире жил, наслаждался, зарабатывал, обрабатывал землю. То есть смысл мироздания в этом мире. Это была идея Каина. Значит, Эвель говорит, нет, этот мир, он только коридор. Это ты только должен его пройти. И главное, это вечный мир, это духовность. То есть этот мир ничего не стоит. Этот мир, он Эвель. Эвель – это само слово, это пар. Он говорит, этот мир – это иллюзия, это пар. А Каин, его имя переводится как киньян, приобретение. То есть Каин говорит, нет, этот мир важен. Эвель говорит, этот мир не важен, важен духовный мир. И между ними возникает вот этот вот идеологический спор, который длится до сих пор. Большинство людей думают, что важен этот мир, меньшинство людей думает, что этот мир не важен и важен только духовный мир. Теперь Каин, он, ему приходит идея принести Богу жертву. Он приносит Богу жертву, написано, из плодов земли он ему принес жертву. Он, так как он понимает, что Бог хозяин, Бог создатель мира, он приносит ему из плодов земли, написано, что он принес из семена льна, то есть то, что не очень хорошее, он приносит жертву семена льна, как бы хочет приблизиться к Богу, показать Богу, что он понимает, что Бог важнее всего. И написано, и также Эвель решил принести жертву. А почему Эвелю в первую очередь не пришло это в голову? Потому что вся его жизнь была жертвой для Бога. То есть он всю жизнь, для него этот мир ничего не значил. И он жил все время в служении Богу. Так ему делать дополнительное что-то оказалось зачем? Он и так живет только для Бога. Но он увидел, что Каин сделал специально как жертвоприношение, и он тоже принес жертву. Но так как он понимал, что этот мир ничего не значит, он принес лучшее, что у него было. Лучшие овцы, самое все, что было лучшее, он отдал Богу. Теперь Бог принимает жертву Эвеля. А Каин что? А Каин обиделся. Каин обиделся. Он говорит, как так? Я инициатор. Я же придумал жертвы приносить. А Бог мою жертву не принял, принял жертву Эвеля. Бог ему говорит, послушай, говорит, все в твоих руках. Полная свобода выбора. Тебе не нравится ситуация? Измени, сделай что-то по-другому, принеси, ну то есть все в твоих руках. Каин говорит, да, действительно, все в моих руках, то есть у меня полная свобода выбора, я могу сделать прям реально все. И он вместо того, чтобы принести лучшую жертву, что он сделал? Он убил Эвеля. Он взял и убил Эвеля, представляете? У меня был вопрос долгие годы. Но если Бог принял жертву Эвеля, почему Бог его не защитил? Почему Бог не сказал, ну как бы не... То есть Эвель, он служил Богу, Эвель принес жертву Богу, которая Богу понравилась. И после этого Каин убивает Эвеля, и Бог ему говорит Каину, смотри, говорит. Каин говорит, все, теперь я знаю, что меня тоже убьют. Бог говорит, нет, до седьмого поколения тебя никто не тронет. И на седьмом поколении, седьмой потомок Каина, он его убивает. Лемех убивает потом Каина через семь поколений. Но семь поколений Каин живет. Так теперь у меня был всегда вопрос, почему Бог не защитил Эвеля? Почему Бог сделал так, что Каин убил Эвеля, хотя Эвель принес жертву, служил Богу, все. А ответ, я когда-то у одного раввина, такого очень умного человека, он мне сказал такую вещь. Что так как Эвель, для него этот мир ничего не значил, то есть Эвелю не нужен был этот мир, он его воспринимал как коридор, из которого он хотел быстрее перейти в основной мир,
Так, когда есть, вот смотрите, есть страдания, когда приходят страдания человеку в этом мире, если он цадик, такой праведник, да, то эти страдания, они увеличивают его награду. Это называется страдание из любви Бога к праведнику. То есть он, преодолевая эти страдания, он вообще просто поднимается на сверхуровень. То есть это идет проверка, настоящая проверка, или он, насколько он близок к Богу. То есть если он себя отождествляет с душой, то для него страдания тела ничего. Даже в нашем поколении были мудрецы, которые могли просто, настолько они управляли своим мышлением, что им делали операции без наркоза. То есть они вообще не чувствовали боли. И если вот для Эвеля то, что его убил Каин, это не было для него проблемой никакой. Это было для него самый идеальный переход в следующий мир. Когда тебя убивают за твое служение Богу, это называется как освящать имя Всевышнего. И праведники, такие как Раби Акива, там были 10 мудрецов, которых убили римляне. То есть праведники, они наоборот стремились к такой смерти, потому что вот это была настоящая проверка, насколько они близки к Богу. И это, ну как бы, это уровень. И для Эвеля это не было проблемой, что его убил Каин. Понятно, да, ответ на этот вопрос? То есть, если мы смотрим на мир с точки зрения Каина, когда важен этот мир, тогда это проблема, что его убили. Каин, например, он никак не хотел уходить с этого мира, потому что он всю жизнь, он копил, 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 собирал, покупал землю, там, приобретал недвижимость, все. И для него уйти с этого мира – это потерять все. Эвель, у которого ничего не было, у него не было земли, у него не было домов, он был пастух. И то есть, что у него было? Ничего не было. И вот этот вот тип духовные люди, которые даже при жизни, они уже как бы отстегиваются от жажды наживы, от удовольствия этого мира. Для них переход в тот мир просто это джекпот, да? То есть, если его убили за веру к Богу, то это просто сразу праведник взлетел выше всего. Понятно, да, идея? Значит, еще раз, давайте подведем итог. То есть мы сегодня изучили, что есть 4 вида учеников, которые ходят в Бет-Мидраш, дом учения. Есть, которые ходят, но не делают. Ничего не делают. Послушали, и это значит, у них есть награда за то, что пришли. Если здесь есть эти люди, которые ничего не меняют после этих уроков, молодцы, что приходите. Второе качество – это он не приходит учиться, но делает заповеди Бога, выполняет заповеди Бога, но не вдумываясь в них. У него есть награда за то, что выполняет. Третий тип. Учится, делает выводы, выполняет. Если выполняет заповеди, изучает подробно, как правильно это делать, как правильно давать сдаку, как правильно там все соблюдать и так далее. Это самый идеальный вариант. То есть это хасид, цадик, все, молодец. И четвертое, не учит Тору и не делает волю Бога, это злодей. Тот, кто не делает волю Бога, не выполняет и не учит Тору, не хочет понять, что Бог хочет, тот злодей, у того большие проблемы. И здесь, и там. А там у него вообще нету. Как есть известная история, когда автобус с атеистами упал в пропасть, и там ангелы приходят к Богу, говорят, а их куда? Атеистов куда? Ну, на суд, куда их? Значит, Бог говорит, скажите, что меня нет. Все. Атеисты, они едут туда, куда они хотели всю жизнь ехать. То есть, если они не верят, что есть Бог, не верят, что есть духовная жизнь, они едут как раз в темноту и в полное исчезновение. Те же, кто при жизни соединяются с Богом, они попадают потом жих в настоящий мир, в настоящий мир. Все, сделайте, пожалуйста, свои выводы. Сделайте свои выводы, что вы для себя поняли, что вы будете делать по-другому. Делать по-другому. Но самый простой способ – это делать добро. Делайте добро, Бог сказал делать добро. Что добро? Помогать другим людям. Что добро? Говорить им добрые слова. Что добро? Добро помогать нуждающимся, это 100% добро. И добро – это молиться Богу и знать, что все от Бога. То есть нужно Бога за все благодарить и молиться Богу. Значит, это обязательная вещь. Значит, как благодарить? Вот, например, показываю, те, кто не знают, показываю. Вот, например, вы берете бананчик. Вот, например, банан. Вы берете кусочек банана. Банан растет из земли. Он растет из земли. И когда вы съедаете что-то, что растет из земли, нужно сказать: «Благословен ты, Бог, Царь Вселенной, Боре Приадама, сотворивший плоды земли».
и съели бананчик. То есть, когда вы получаете от мира что-то, что сотворил Бог, нужно Бога благодарить. И чем больше вы его благодарите, тем больше вы с ним соединяетесь. Все. Удачи, успехов и всем всего хорошего.